поля колхоза имени Жданова на Тамбовщине. На первомайской вахте бригада героя социалистического труда Георгия Петровича Тишкина. Хозяйственный глаз Георгия Петровича нужен везде. На то и бригадир. Пору сева дорога каждая минута. Тем более, что соперник по соревнованию серьезный. Тоже герой социалистического труда Анатолий Петрович Фаныгин, бригадир совхоза «Комсомолец». Вопрос один. Как дела в бригаде? Наша бригада закончила ранее зерновые. Посеяло около 1000 гектар зерновых культур. Сеем мы всего в основном 5 рабочих дней. С сегодняшнего числа выезжаем сеять сахарную свеклу. Конечно, впереди еще и волнение, и труд. В этих повседневных заботах о земле вся жизнь. Именно за преданность делу и людям, с которыми работает тамбовский хлебороб, выдвинут он кандидатом в депутаты высшего органа нашей власти, Верховный Совет.